дорогие друзья из Карса! Привет всем! Мы продолжаем наше путешествие по Карсу, и сейчас мы находимся в парке, детском парке, волшебном парке с различными вот такими вот смёрфами. Ну, в общем, парк находится на берегу реки, очень классный для деток, ну а мы продолжаем дальше в крепость. Карс оказался очень чистым, зеленым и приятным городом. Видите, здесь даже есть, так же, как и везде, тренажеры, течет река. И сейчас мы отправляемся вот туда, по направлению к крепости, мимо других достопримечательностей. В Карсе очень мало туристов, поэтому можно ходить, спокойно рассматривать все достопримечательности. И прямо у подножия крепости Карса находится очень много интересных исторических построек. Например, вот такая вот мечеть. Здесь очень красивый исторический район, старый хамам. Вот там вот мечеть, еще одна мечеть. И вот эта вот маленькая красивая мечеть. Сейчас покажу вам, как она выглядит изнутри. Она была отреставрирована в 2018 году, в этом году. Вот так вот выглядит вход в мечеть. Первый этаж мечети и второй этаж мечети для женщин. Вот так вот, вот выглядит женская часть. И сейчас в мечети идет уборка. Небольшая, старинная, красивая мечеть. Построена эта мечеть была в 1579 году. Хамам, к сожалению, закрыт. Построен этот хамам был в 18 веке. На берегу реки Касчай стоят вот такие вот старые хамамы. Постройки тоже, наверное, века 15-16. И сейчас их реставрируют. В августе 19 года планируется открытие для посетителей этих хамамов. Мы уже приближаемся к крепости. На той стороне находятся мечети и монастырь. Было бы очень интересно посетить вот эти хамамы, а тем более, если бы они были действующими, было бы просто невероятно здорово. Мост, старый мост и вот эти вот хамамы были построены не в 14-15, а в 18 веке. Очень, конечно, здесь атмосферно, очень красивое место. Сейчас идем на самый верх, на крепость. И очень интересно, здесь очень много мечетей и церквей рядом. Вот, например, церковь. Дальше там, вот, например, мечеть. Дальше там церковь. Здесь мечеть. Здесь церковь, здесь мечеть. И все эти исторические здания находятся на реставрации, либо уже были отреставрированы. Ну, реставрируются они, конечно же, Министерством культуры Турецкой Республики. Вот по такой крутой дороге поднимаемся наверх в крепость. Практически под углом 45 градусов. Крепость Карса была построена в 1153 году во времена сельджуков. И отсюда открывается потрясающий вид на город. И крепость, кстати, ну, достаточно большая. Вот за мной вы видите план города и план крепости. Ну а мы держим свой путь наверх, в саму крепость. Вход в крепость бесплатный. И здесь уже так тихо и прохладно. Привет! О, конец. Устал? No. No. Сейчас я поднялась на самую высокую точку крепости. И отсюда открывается вот такой вот потрясающий вид на город, на реку, на все основные достопримечательности. Ну и, конечно же, на старый мост, на хамамы и на саму крепость. Видите, можно даже подняться на самый-самый верх. Ну и, конечно же, в крепость можно по другой дороге, вот по этой дороге, заехать на машине. Очень красивая, мощная крепость с невероятными крепостными стенами. Представляете, 1011 века постройки, и до сих пор так хорошо все сохранилось.
С другой стороны открывается вот такая вот панорама на крепость, только что мы с вами были вот там. И на самый верх ведет вот такая лестница под углом 45 градусов. Сейчас будем подниматься. Поднялись на самый верх, на самый-самый верх крепости. Спустившись с крепости, можно посетить мечеть, вот такую вот церковь, и за этой церковью есть еще одна мечеть. Очень красивая, старинная, наверное, также века 18-го. Вот здесь был алтарь, и камни, из которых построена традиционный для этого региона такой темный камень. Кто знает, что это за камень, обязательно пишите в комментариях, будет интересно почитать. И прямо за этой церковью находится вот такая вот большая красивая мечеть. Все здесь очень аккуратно, чисто, отреставрировано, поэтому будете в Карсе, обязательно приходите. После долгого хождения по крепости мы очень проголодались и пришли с Айханом опять в то же кафе, где мы были вчера вечером. Как я уже говорила, этот весь обед стоит 40 лир. И, друзья, очень важно, когда вы приходите в ресторан в любой стране, обязательно заранее спрашивайте цену, чтобы потом для вас не было сюрпризом чек, который вам выставляют. Ну, а мы будем кушать, и всем, кто кушает, приятного аппетита. И после обеда мы пришли пить чай, вот такую вот чайную. И посмотрите, где делают чай и как его разливают. Удивительно. Чай на углях. Прям посреди улицы. На улице продолжаются распродажи на Байрам. Одежда, носки. Посуда. Сладости. Вот такие кроссовки. До 12 вечера будут продолжаться эти распродажи. Очень много народу. Завтра, я думаю, что город опустеет, и все отправятся к родственникам и к друзьям. Фрукты, овощи. Ну что, уже наступил вечер. Завтра утром рано мы уезжаем в Сивас опять на поезде. Сходили, закупились в Мигрос всякими вкусняшками, чтобы не быть голодными в поезде. И сейчас идем в магазин купить мне куртку. Все-таки здесь очень холодно. Холодно. И город живет ночной жизнью. В общем, машины ездят, завтра Байрам. Все потихоньку успокаивается. Вы знаете, что Карс знаменит пионером, и Айхан сейчас покажет нам пионер и расскажет о самых известных сырах, которые производятся в Карсе. Карс'та en önemli 3 şey: бал, peynir ve erişte. Şimdi biz de burada Kars'ta bu işi yapan önemli firmaya geldik. Erişte makarna, ev yapımı makarna. Şöyle gösterebilirim ben sana. Tabii burada bunu uzun uzun yapıyorlar. Normalde bunu kesen, yani Anadolu'da bunu daha çok kısa kısa keserler. Ama burada uzun. Ve tabii ki Kars deyince peynir. İşte burada çeşit çeşit peynirler var. Şimdi abi isim neydi? Cengiz abi. Cengiz abi şimdi bize peynirleri anlatacak. Gel abi. Hoş geldiniz memleketimize. Hoş bulduk. Buyurun efendim.
Abi bu nasıl peynir? Bu eski kaşar. Eski kaşarın eski kaşarı. Bunun kabuğunu çarpıyorsunuz, soyuyoruz. Evet. Ondan sonra kesip. Ondan sonra kesip kesip tüketiyoruz. İsterseniz size bir tane keseyim. Hem de bu arada tamam. Peynirimizi tanıtıyoruz. Bu 45 günde oluşuyor depoda. 45 gün. 45 günde oluşuyor. 45 gün beklediği zaman bu tuzunu yer, eski kaşar konumuna geçer. Tamam. Bu tazeler de öyledir. Bu tazeler de bekledikse eski kaşar şu pozisyona gelecek. Küfürü yağdan o. Ha, yani aslında şu peynir küflendikçe bozulmuyor değil mi? Aynen İnsanlar öyle. Küflendikçe kapak oluyor. Bunu taşıyor. Bunun küfü bozmaz peynir. Bozmaz. Kapak olur. Вот так вот выглядит этот сыр. И постепенно он плесневеет и превращается вот такой, но не портится. И сейчас нам разрежут этот сыр и покажут, как он выглядит разрезанный. Ben keseceğim mi? Kes. Kes abi. Nasıl abi? Tam ortaya böyle abi düz koyuyorsun şöyle tamam. Bir şöyle. Şuraya da elini at. Yumuşak mı? Yavaş yavaş abi, yavaş yavaş. Tamam, şimdi gider abi, düz. Seni görebilirsin şimdi. Ne kadar keseceğiz bunu? Kes kes dibine kadar abi. Sana... Kes 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 kes, tam kes abi. Herhalde. Tamamdır abi. Şu peynirin içi abi. Çok güzel. Tadı bakacağım. Tattırayım efendim. Şöyle döner gibi kes. Abi hanımefendiye de lütfen. Abi sen çok kendini düşünüyorsun. Ben cimri davranıyorum yani. Hanımefendiye biraz kesin efendim. Biz Karslıyız. Mert'iz abi. Özelliğimiz bir de Karslı'nın Mert olması. Сейчас будем пробовать этот сыр. Şiveniz de çok güzel. Şiveniz Erzurum ve Erzurum değil mi? Очень вкусный. Erzurum'dan çok farklıyız. Biz medeniyiz abi Erzurum. Настоящий сыр из Карсы, друзья. Это что-то невероятное. Şimdi biz neyiz abi? Biz Rus kültüründen etkilendiğimiz için biz biraz daha modern. Потрясающий сыр в Карсе, друзья. Это просто что-то. Что-то невероятное. Кызсınlar abi 1960. Elimde Kars'ın meşhur grevyer peyniri var. Şimdi bunun tarihçisini Cengiz abi bize anlatacak. Tabii ki. Abi nereden geliyor bu grevyer peyniri? Abi bu grevyer peyniri hep sütten olma işi. Bir de bizim burada eskiden tarihi bir şehir olduğu için İsviçreliler, Almanlar, Malakanlar bizim memleketimizde yaşarlarmış. Sonra da bunları göç etmişler. Onlardan kalan bir tezgah bizler de devam ettirmişiz bunu. Grevyer peyniri aslen yani İsviçrelilere aittir patenti. Fakat Kars'ta da olur. Ha, bu da zaten için, benim bildiğim dünyada 3 ülkede yapılıyor. İsviçre, Hollanda ve Kars. Kars şehir olarak Kars, evet. Yani bu taze inek sütünden olur, her sütten olmaz. Sütün çok kaliteli olması lazım. Buna tuz girmez. Tuzlu havuzlarda bu yap tuzunu alır. Sonra sıcak odalarda bekletilerek göz açtırılır bu peynire. Çok özel bir peynirdir. Yani biz burada 70 liraya satıyoruz kilosunu. Fakat siz bunu yapsanız, üretseniz 200 milyon liraya vermezsiniz kilosunu. Çok zahmetli bir peynir. Tabii. Bir de taşıma sütle falan olmaz. Evet, o sütün çalkalanmaz. Tabii, o sütün taşındı mı o sıcak o sütü mayalıyor. Mayaladığı zaman kaşar yapabilirsiniz ama gravyer yapma şansınız sıfır. Sıfır. Olmaz. Taze süt olacak. Peki Cengiz abi, benim dikkatimi bu tel peynir çekti. Bu nedir? Bu da tel peynir. Kars'a ait çeçil peynir diyoruz. Ha, çeçil. Erzurumlular zivil derler buna. Evet. Bu da Kars'ın yağsız pişmiş sütten oluyor. Bunda hastalık masalık içermez. Yağ oranı da yoktur. Kalsiyum alırsınız tüketince fakat kül almazsınız. Yani çok sağlıklı bir peynirdir. Yağ yok. Diyet peyniri gibi. Diyet peyniri sağlıklı gibi kullanabilirsiniz. Evet. Açalım tadına bakın istersen. Bakalım abi ama önce şu soruları ben bitireyim. Ben şurada tereyağı benzer bir şey görüyorum. Bu nedir? Evet. Bu tereyağının eritilmiş halidir. Evet. Eskiden bizim burada hani bu dolap molap teknoloji gelişmediği dönemlerde tereyağı biliyorsunuz çabuk küf yapar. Çabuk bozulan bir ürün olduğu için eriterek insanlar onların daha kolay muhafazasını sağlıyorlarmış. Yani bu erimiş yağ artı dörtte bir sene kalır bozulmaz. Oo. Çünkü içerisindeki kefi alınmıştır. Sade yağdır. Evet, bu Urfa'da da bunu görebilirsiniz. O zaman bu inek yağdır. Ünlü doktor Canan Hanım'ın bahsettiği. Canan Hanım'ın bahsettiği yağdır abi. Yani bu yağ oğlu yağdır. Süper. Hani hazır tavuğa nasıl derler, bu tavuk değil bir yaratıktır. İşte bu yağdır, diğerleri yaratıktır efendim. Ha. Zeytinyağı ve buna tek keser. Tek keser. Evet. Tamam. Benim annem var 90 yaşında bunu tüketiyor. Allah anjiyo yaptırdık. Bütün damarları açık yani. Bu damar tıkanıklığı falan kesinlikle yemez. Çünkü tabiattan geliyor. Yani bu ineğin memesinden akan sütten sonra bu hale gelen bir ürün. Yani bunun
herhangi bir sağlıkla ilgili. Sadece enerjisi fazladır. Bunu yediğiniz zaman spor yapacaksınız. Evet. Karsı tercih eden bir şey yok. Şeye girmeden, hani orduya falan girmeyelim. Orduya falan girmeyelim abi, tamam. Ayıp olmasın. Bu bizim Kars balımız. Abi diğer ballardan farkı ne bunun? Sen bana onu anlatırsın. Bunun diğer ballardan farkı bizim arımızın ırkı Kafkas arısının olması. Biliyorsunuz Kafkas arısının iki iğnelidir Kafkas arısı. Çok özeldir yani, bal da, daha fazla çalışır, daha fazla bal getirir. Bir de bizim buranın tabiatıdır özellik olarak. Yani çıkın Haziran ayında Kars'ın ovasına Allah tarafından bir peyzaj oluştuğunu görürsünüz. Renk renk çiçeklerle karşılaşırsınız. Önemli olan arı, balda peyzajdır. Şey yani, biliyor musun peki? Buyurun. Kars yaylalarında kaç tabii ki bitki örtüsü var onun? Kars yaylalarında çeşit çeşittir. Onu kimse şimdiye kadar saymamıştır. Yani çeşit çeşit bitkiler vardır sağlıkla ilgili. Üstü daha iyi. Вот это чечиль peynir. Göbek peynir yani kaşarın. И сейчас Айхан будет его пробовать. Abi bir parça sen ben benim eller. Abi al lütfen küf bir şey yapmaz abi. Biraz fazla abi. Yok abi öyle tanıtamazsın ki. Bana da küçük parça ver. Siz alabilirsiniz efendim. Sen bana küçük parça ver. Ben yemem onu. Neden? Bilmiyorum ben peynir çok. Yiyeceksin, yiyeceksin. Hanımefendi bu diyet peyniri yani yağ yok bunda. Pişmiş sütten oluyor. Herhangi bir sütteki hayvandaki hastalık kesme şansı yok. Kaynıyor çünkü. Вкусный такой солененький. Kaşar da öyledir. Çok güzel. Вкусный солененький сыр, но для любителей сыров, я думаю, здесь будет просто сырный рай и рай меда. Килограмм такого сыра, друзья, стоит 30 лир. Свежий стоит 25 лир килограмм. Более старый сыр выдерживается 45 дней. И более старый сыр стоит уже 30 лир килограмм. И вот такая вот большая голова сыра весит примерно 13 примерно 13 килограмм, вот такая большая голова сыра весит. Сейчас еще покажу вам вот этот голландский, а швейцарский сыр. Килограмм вот этого швейцарского сыра стоит 70 лир. Ну, а килограмм меда? А килограмм меда стоит 25 лир килограмм меда. И вот такая вот деревянная штука с сотами стоит всего 50 лир, представляете? Всего 50 лир. Посмотрите, какая красота. Просто потрясающе. Это все один мед, но владелец магазина сказал, что цвет меда зависит от того, на какие цветки пчелы садятся, и от этого зависит цвет меда. Становится он более темным или более светлым. Просто невероятно. Вот такой вот, друзья, магазин мы посетили специально для вас с сыром и медом, что является традиционным для Карса. Поэтому, если хотите, в описании к этому видео я оставлю контакты Дженгиз Бэя и его сына, который владеет этим магазином. Просто случайный магазинчик, представляете, в который мы зашли и познакомились с такими замечательными людьми. Ну и можете, да, заказывать мед, заказывать сыр, и через 3 дня будет мед и сыр свежий из Карса у вас дома на столе. И Чингиз Бэй, владелец этого магазина, знаете, что еще рассказал? Что все говорят, что здесь раньше жили русские, что от русских они переняли и традиции, и всякие разные ремесла. Русские знали очень много ремесел, которые они принесли сюда. И например, в то время, когда в России уже строились, в Российской империи строились заводы, здесь еще были лошади. И деды вот этого вот Чингиз Бэя разбогатели непосредственно на продаже лошадей. Когда русские приезжали, оставляли здесь лошадей, потому что у них уже были машины и другие нововведения. А лошадей они просто оставляли, и турки продавали этих лошадей. Ну, в общем, его родственники на этом разбогатели. Завтра с утра мы уже уезжаем в отель, а с вами на сегодня прощаемся. Надеемся, что вам было интересно. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока и приезжайте в Карс.